настоящий псих по знаку зодиака. Астрологи утверждают, что первое место занимает Стрелец. Спросите вы, кто же мог обойти неуравновешенного Овна в рейтинге, как не огненный Стрелец? Хотя оба знака крайне пылкие, Стрелец отличается высоким умом, он всегда нападает первым, причем плевать на кого, будь это самый близкий человек или едва знакомый сосед. Представитель знака найдет, чем уколоть и как зацепить. Все скандалы в публичных местах, как правило, инициируются именно Стрельцами. Только эти ребята не боятся при всех выяснять отношения. Они слишком уверены в своих силах. Их психическая неуравновешенность сродни режиссерскому эксперименту. А что будет, если я сделаю так? Поэтому к вспышкам неадекватного поведения Стрельца следует относиться спокойно. Он просто проживает роли своих персонажей. А я все же надеюсь, что вам будут попадаться спокойные и добренькие Стрельцы. Ведь все мы знаем, что бывают исключения. А если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.